Чё за пизда, нахуй? Давай BMX, блядь, с балкона выкину, велосипед. Да правда, я тебя сфоткаю, всё. Ух, сука, нихуя себе, он тяжёлый. Там какая-то бабка смотрит на меня, ухожу. Всем привет, друзья, и вот этот чувак, айфак, вау, мат, айфак, короче, он уже давно здесь пишет, что он приютит, я в инвизе, если что, он меня не видит, вот, я в инвизе, он меня не видит, и, кстати, дорогие друзья, первым 70 человеком, кто зайдет на сервер и сфоткает меня на спавне, а именно Седжо, и выложит группу, я уже это все говорил, получит админку, все в описании находится, заходите. Все в описании, дорогие друзья, и также есть еще антигрифер. Так вот, в общем, айфак, я жду, вот он сейчас пишет уже давно, что он приютит. Я жду, то есть, если сейчас он никого не приютит, то фиг с ним. Я не знаю, грифер он или нет, что он будет делать, но я за ним наблюдаю, то есть. И сейчас я буду вот ждать, я не знаю, придет ли кто-то или не придет, но, ну, вы нах, ТП ко мне, причем и скайп, фишка топ. Так, фишка топ, я потом, если чего, тоже добавлять. Вот как долго он? Ну, видимо, никто не ведется, либо, я не знаю, значит, может быть, тогда выпуск и не получится, если он не придет. Если я выложу, получится. Так, тихо, стоп. Клаус и Пугас. А что, он уже гасит кого-то? Он уже гасит Клауса и Пугас. Кто это вообще? О, еще кто-то. Админ уже пришел какой-то. Что здесь происходит? И что, мясо, а типа... А, уже ассасин? А чё так много вас появилось-то, ядрёная мать? Админ наблюдает, да? Чё у вас здесь? Айфак, он дает ему вещи? А чё он ему вещи дает тогда? Я не понимаю. Он его убивает, то есть... Он к нему ТП-шнулся, и он убивает. То есть он грифер, короче. Но сейчас ему Клаус будет помогать какой-то. Чё здесь творится вообще? А, стойте, надо звуки-то прибавить. Они... А этот, он его грохнул, что ли? Я что-то просмотрелся, блин. Айфак. Он завалил, короче, двоих. Вот админ наблюдает. Охереть. Он убьет теперь. Но это ничего хорошего. Что происходит? Он его убил, а этот улетел в космос. Лох. А, слушай, давайте мы тоже напишем. МСГ, айфак. Привет, приютишь? Скайп добавлю. Давайте, короче, так ему напишем. Прикольно здесь замес получился. Но он грифер, это явно. То есть он вроде внушает доверие. Давайте еще раз спросим. Блин, какая неизвестная команда. Приютишь? Скайп добавлю. Ну, давай ответь что-нибудь. Какой у него там скайп-то был? А, фишка топ. Сейчас попробуем ему скайп добавить. Погодите. Алло. Алло. Здорово. Я тебе сейчас пишу здесь в этот в чат, ты нихера не отвечаешь. Вот я тебе пишу. Привет, приютишь, скайп добавлю. Чего не отвечаешь? Да бля, у меня хуйня какая-то. Я пишу, ты сука, бля. А мне пишут запрещено, я такой, пошел нахуй! А, я, короче, ты писал, сейчас, подожди, я тебя процитирую, ты пишешь... Я сосал и писал! Ты пишешь, я приючу, бля, бегом, ТП ко мне, мой скайп, я вот хочу, чтобы ты меня приютил. Я тебя приючу, братан, давай ТП ко мне, я 1, 2, скан, блядь, ну, скан написал. Какой-то, да, еще, сейчас я тебя... Ай, фак, твоя мать. То есть я ебал твою мать, понял? Я понял, я тебе сейчас напишу кол. Хуёл, блядь. Ну вот я кол. Так. ТП вот. С рецепт, блядь. Вот. Так, ты где, бля? Ой, я здесь. Ты пидор, да? Да. Тебя ебало на свинью, похоже. У тебя, да, наверное, мать жирная. Так, смотри, пойдем за мной. Да, вот здесь жирная. Я... Мать, смотри, я обычно сюда залазю, отсюда так вот... Ёбаный в рот! И вот так вот падаешь. Так можно, да, можно? А чё я не так высоко подпрыгнул, смотри. Ебать ты, потому что не профессионал, нужно как бы обучаться этому всему дохуя лет, а ты как бы не можешь, понимаешь?
Потому что ты, ну, объебос. Хочешь да. алмазным блоком, да, да? Алмазный блок даже, давай. Да, 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 смотри. Давай. Давай, бей его. Но у меня нет инструмента, у меня просто там... ударь. Ты алмазный блок обижаешь, пару ждам и улетаешь, понял? Ты дурак, что ли? О, смотри, я высоко подпрыгнул. Красавчик, пидорас, блядь. Только так я могу, понял? Еще раз и больше ни разу пизда тебе будет, понял? Да, понял. Все, пошли за мной. Вот это вот моя хата, нахуй. Тут я в домино играю, прям на стеклах. Камни обычно в них кидаю. Только потом, нахуя денег обходится. Ну, я богаче, у меня хата, блядь, больше, чем твоя мать. А мать очень большая. Смотри, тут у меня дохуя аресов, то есть, вот. Ну. Могу... Хочешь, я тебе дам что-то, да? Давай. Хуй тебе, понял? Так, смотри, почти там... Я сейчас дальше покажу, что у меня в хате есть. Вот тут у меня вот такое вот. Ну такое, такое, понял, да? Тут я думал тебя прийти. Ты хочешь здесь жить, да? Ну да, хочу здесь жить. А ты понял, да? Так, пошли на второй этаж. Не, я мог бы ее обустроить комнату просто там. Пошел нахуй, дебил. Смотри, вот тут у меня дохуя алмазных блоков, надо сейчас сказать. Сложить, я тут сейчас пацана уебал. Охуеть, сколько у меня алмазных блоков было. Я ебать так охуел. Ты на тебе, убил? Тебе, хочешь? Ты сейчас убил кого-то, да, давай? Да, 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 твою мать, ножом в горло. Ебать, у меня тут алмазных блоков, нахуй. Ты бы видел, нахуй, а я тебе не покажу, ухуй, тебе понял? Смотри. Ты же сказал, да. Обязательно, обязательно, на. Давай. Да ты ч... А... Назад ты отдай, чмо! Да ты, блядь, отдал какой-то камушек. Отдай назад, сука! Я сейчас камешек тебе в глаз засуну, ты! Так ты дичь. Сам не отдал его, блядь. Отдай, сука, я сейчас да тебе... Да на, держи, мне не нужен он. Ты чё мне эту хуйню отдал? Я чё ебало расколочу, ты дичь. Так ты мне это же и дал. Ты шакал ебливый, верни нахуй камень такой голубой, как твоя мать, ебать, я понял? Ну на, тебе камень голубой. Красава, можешь, когда хочешь, братан, пойдем за мной. Ну, такой же был. А это да, подруга твоя, что ли, летает здесь? Это мать твоя. Пошли, короче, сюда за мной. Угу. Тут я обычно вот с твоей матерью, он стоит, ну-ка, заходи. Заходи, тварь! Иди нахуй, значит. О, красава, можешь, когда хочешь. Тут мы так вот встаем, я так вот такой хуйней закрываюсь, так вот мы встаем. Вставай сюда, бегом! И чё? Сейчас, вот так вот я потом делаю. Отойди, блядь, я не могу блок поставить. Да, отойди. Да в жопу, негра. И вот тут мы занимаемся анальным сексом. Да? С кем? С твоей матерью, анальным сексом. Может такого быть. Все, я тебя наебал, ты здесь будешь сидеть, братан. А как мне вылезти? Прикол. Хочешь прикол? Да ты идиот. О, сука, за всех хуй. Выебал. Ты зачем так сделал? Я выебал тебя. У меня там одна штука была важная. Верни ее. До нас. Хуй там нахуй. Там звездочка была. Верни ее. Звездочка у твоей матери в глазу, понял, нахуй? Верни. Распидорасил. Подожди, я тебе кол сейчас напишу. Я тебе хуёв сейчас пропишу, блядь. Вот. Чё тебе надо, дебил? Ну нахрена ты убил-то? Давай я тебе помогать буду. Кол. О, блядь, никого не убивал, блядь. ТП, срацеп. Блядь, срацеп, ну. Ну. Ой, больно. В голове. Чё тебе надо? Ты меня нахрена убил, дурак. Чё, сука, меня хуяешь? Я ещё ебло-то расколочу. Нахрена меня убил, тварь. Я чё, ебальник сломаю, дебил, пожалуйста, не бей меня, тварь! Тварь, ты меня опять убил. Стихуй. Все, я админу пишу, тебе конец, ты понял? Твоей матери напишу. Тебе конец. Ага, конец, да-да-да, конечно, нахуй. Я здесь пол сервера уже перегрифил, долбоёб. Откуда у меня тогда столько ресурсов, без доната я дебил, нахуй. Да, конечно. Ну денег-то у меня ног, ты не подумай, я в любое время могу много доната купить. Да чё за хуйня? Я Зевс проклинает, Зевс проклинает! Меня охереть лагает. Какого хуя меня Зевс проклял, сучка? Чё у тебя там было в инвентаре, лагает как? Где? У меня дохуя всего было. Ой, я кепку Абибас нашел, все заебись. Жизнь удалась. Вот тут твоя мать. Вернись заново. А чё за хуйня, блядь? Ой, твою мать. Чё с тобой? Я админу написал. Да мне похуй нахуй на твоих... Да блядь, да чё за... Да кто меня лупит нахуй? Не надо! Не надо! Да чё за пизда, конская пизда? Ах ты дрищ ёбаный, чё за пидор меня сюда телепортировал? Да чё... Да чё? Выебу! Чё за хуйня, блядь, да почему я тупа? Меня убивают! Кто тебя убивает? Меня тоже убили, прикинь, знаешь, кто это сделал? Ты. Да там пидор какой тебя убил по-любому, ну ебан, не я это. А кто убил тогда?
Да какой-то долбоёб, я уверен, сука. Не всё. Да нет. А вот сундуки у тебя. Такого хуя не надо это всё ломать! Сейчас всё застрою, хуй вот так вот. Не надо, блядь! Не нужно этого делать, не надо, не ешь, подумай, подумай! Не надо, не надо, меня Зевс спрашивает, да что за хуйня происходит с этим миром, уебла! Тебя кикнули, серый, не видите? Хотя лагает, написано, что пинг айфак твою мать, пинг, превеличен пинг, и кикнуть сервера, дабы не засорять сервер. Да, прямо сука. То сука, есть... что я за... Да, блядь, ёбаный в рот, кто меня убила! А что нахуй? Пидор. А ты грифер, да? Я хуифер, я тебя выебу! О! На! Ты кто? Я твой батя. Ты мой батя? Да. Стой. А я жопу бить кожаным ремнем буду. Да? Да, солдатским нахуй. Зачем? На мясом, блядь, ты где нахуй? Где я? Да. Я давно уже на спавне, я не хочу с тобой играть. Ну и что, пошел нахуй со скайпа, значит. Пошел нахуй, да блядь. Куда со скайпа? Нет, погоди. Мне может интересно. Что ломает, долбоёб? Я тут все ломаю. Что это делает? Я вообще тебе ничего не ломаю, дурак что ли? Кто мне ломает? Ты админам написал? Да ты, я написал им, да. Это они все ломают? Да. Да в смысле, да? Дядя! Где? А? Спрятался. Не найдете, не найдете. Сука, что за хуйня? Блять, ну, скажи админу, чтобы они все вернули. Блять, ну, пожалуйста, братан. Что вернули-то? Ну, скажи мне, чтобы мне дом вернули. По-братски, брат, они мне дом. Спасибо. У тебя, кстати, здоровый дом такой. Да нету его больше! А что, его стерли, что ли? Разъебали, нахуй! Ты плачешь, что ли? Нет. Не плачь. Не буду. Не будешь? Нет. Блять, ну я не знаю, ну что мне тебе сделать? Ну сука, ну что за хуйня? Ну, ну я не знаю. Давай BMX, блять, с балкона выкину, велосипед. Ну не надо. BMX с балкона выкинешь? Да. И чё ты гонишь-то, ничего ты не выкинешь? Да правда, я тебе сфоткаю и всё. Сфоткаешь мне всё? Да. А, ну, ну давай. Да ладно, гонишь ты меня здесь, заливаешь. Да не гоню, блядь. А как ты его выкинешь? Что ты, как ты выкинешь BMX с балкона? Да возьму, блядь, и брошу нахуй с балкона прям BMX, нахуй, блядь. Велосипед маленький. Да? Ну, хуй на! И я тебе тогда, чтоб... И тогда, чтоб тебе админы дом вернули, да? И я да, что-то... да, пожалуйста, давай, а, договорились? Да, давай, договорились. Только, ну, всё, только давай, мне, я... если ты не скинешь фотографии, я ничего тебе не верну. Админы тебе ничего не верну. Ладно, все, ладно, давай, я пойду фоткать. А как ты? Стой. Ты где? А как я узнаю, что ты выкидываешь? Куда ты пошел? Ну, давай я фотографии тебе скину. Ну, дай мне свой этот фейсбук. Фейсбук? Да, дай мне свой фейсбук. Добавь меня ВКонтакте лучше. Ну, давай. Так, а ты как выкидывать собрался? То есть ты просто сейчас отключишься, скажешь, а потом придешь и скажешь, типа, ты выкинул? Ну, да, я это, и фотографии тебе в это, ВКонтакте скину. Ты... Да ты лучше... Нет, это так... А может, это не ты вообще сделал, откуда я знаю? Ты... Это я! Мне надо, чтобы как-то хотя бы слышать, что ты что-то делаешь, я же не знаю. Давай я тебе позвоню с это, с Lenovo своей. Мне мама купила, было что за 4000. А, это говно же, интересно. А, нет, стой, спутал, это хороший. И... Да, это крутой. А ты сейчас с компа сидишь? 4.0. Сейчас ноутбука, да. Ну давай, позвони сейчас тогда. Ну давай. Ладно. Давай, перезванивай мне. Давай, звоним, давай. Ну. 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 Я жду звонка. Кинул меня. Я не буду ничего ему это самое. О, тихо. Да, 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 алло. Алло, меня на Lenovo хорошо слышно, да? Нормально слышно. Всё, я пошел к балкону. Так. Так. Блять, вот он, милый мой. Так, берем. Ух, сука! Нихуя себе, он тяжелый. О, блядь. Фух.
сыкать насчет. Может, не надо? Ну тогда ладно, я сейчас скину со скайпа. Не, все, давай, давай, возвращайся, погнал! Там какая-то бабка смотрит на меня. Я ухожу. Выкинул? Да. Да? Ну теперь давай фотки, что ты выкинул именно велосипед. Все, ВКонтакте, давай, давай. Давай ВКонтакте. Че, куда-то сбросился-то ВКонтакте. Я вот сейчас уже после видео просматриваю картинки, и он реально скинул эти фотографии мне, он реально скинул велик. Можете проверить в гугле, таких фотографий больше нигде нет, это действительно правда. Все правда. Слушай, алло. Вот, да, я фотки смотрю. Ты реально скинул, что ли? Да, ну я хочу, ну верни дом, у меня дом дороже всего. Я тебе верну, действительно. Потому что... Сейчас. Дом дороже всего для меня. Я бы мать родную продал за этот дом. Все. Спасибо. Я реально фотки просто... Охуенно, забасе. Сейчас, фотки я смотрел. Там действительно ты выкинул ночью. У тебя ночь, что ли? Да. А ты где живешь? Я в Екатеринбурге. И сколько у тебя сейчас время? У меня сейчас 9 часов. От Москвы на сколько отличается? Ну, 8:30, 2 часа плюс. А, ё-моё. Понятно. А, ну да, у меня 7. Ну, понятно, да. Слушай, ну ты действительно скинул. Да. Я свое слово держу, вот эти, это дом тебе верну. Спасибо большое, сука, ты такой охуенный пидорасик. Блять, ты больше не гриферии. Ну постараюсь. Все, давай, больше не гриферии пока. Если будешь гриферить, я тебя уже забаню окончательно. Ну ладно, ну я постараюсь, но в ближайшие 2 дня точно не буду. Ну все. Давай, пока. Пока. Грифер. Ну, он действительно, я посмотрел фотки, он действительно выкинул велосипед. Я искал такие фотки в гугле, их нигде нету. Я думал, он может что-то другое скинул. Нет, это его фотки. Может сам ввести в гугле фотки. Вы нигде не найдете таких фотографий, это эксклюзив. Это его, он действительно выкинул. Поэтому подписывайтесь на канал, заходите на сервер. Я всегда нахожусь на спавне. Там могу админки раздать или что-то еще. Там играть с вами, поэтому всех жду. А что-то он еще звонит. Сейчас, ну ладно, в общем, заходите, всем пока.